Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани принял историческое решение. Теперь его компания не будет использовать натуральный мех животных при производстве одежды и аксессуаров. В заявлении, распространенном модным домом и подписанном лично Армани, говорится, технологический процесс означает, что жестокому обращению с животными больше оправдания нет. В нем также отмечается, что решение отражает внимание компании к вопросам защиты и природы, и животных, и заботы о них. Натуральный мех Армани не будет использовать, начиная с сезона осень-зима 2016. Решение затрагивает все бренды группы Армани. Джо Виндин, председатель Альянса против меха «Фюрфри», выразил надежду, что мода будущего будет основываться на сострадании и инновациях. Он также отметил, что шансов на это все больше, ведь от меха отказалась компания, десятилетиями устанавливающая модные тренды. Армани не первый модный дом, который решил придерживаться подобной идеологии. Так, дизайнер Стелла Маккартни давно известна своей вегетарианской философией в создании одежды. Она не использует мех, натуральную кожу и перья. Также под сертификатом «Фюрфри» свои изделия выпускают Хьюго Босс, Томми Хилфигер и Кельвин Кляйн.